нас день рождения компании, мы заказали торт. Жалко, нельзя распаковать, прям показать, блин. Там, короче, невероятные вообще крутости, швейная машинка Зингер. Завтра я представляю, насколько восторженно будут все смотреть на тортик с такой красотой. Через пленку плохо видно, но он красивый. Вот так оно выглядит, фото прислали. Сейчас фокус наведу. Ну, бомбовский. Все из мастики. Покажи, по какому образцу мы это делали. Образец — это тоже швейная машинка Зингер, копилка, которую когда-то Андрею дарили девочки из швейного цеха. Вот. Образец. По этому образцу нам забацали. И, в общем-то, вот это будет машинка, она из мастики. Сейчас отвезем кондитеру, чтобы она не растаяла, и ее спокойно поставили на торт. Вот, будет красота. У меня сохраненка с такой машинкой, с таким тортиком была в телефоне, ну, я не знаю, несколько лет. Я мечтала, что когда-нибудь мы точно это сделаем. И вот оно. Случилось. Погнали дальше. Наш корпоратив – это немного личное, но о наших корпоративах ходят легенды. В этом видео мы вставим не все кадры, а только небольшие вырезки. На следующий день мы решили сходить на смотровую площадку в Москва-Сити. Сейчас вам все подробно покажем.
Thank you.
200 рублей. 1200? Да, вот цена 1200. Мамба, Love Is, Юпи, там три в одном кофе, Зука. Так, Доктор Пеппер безалкогольный, Турбо, жвачка и какао-напиток. Мы вышли на улицу. Сейчас сделаем классные фотографии для Инстаграма и покажем вам инсталляции. Старый рафик и газон. А кто еще не подписан к нам в Инстаграм или на Ютуб, обязательно подписывайтесь. Кстати, хотим вам показать немного нашей работы. Едем на съемку очень красивого объекта в закрытый коттеджный поселок. Кто еще не подписан на наш второй рабочий канал на YouTube, обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании. Приехали на участок, тут была куча, которая осталась после выкапывания туалета, я ее раскидал туда в овраг, разровнял, потому что скоро зима будет, а зимой мы приезжать сюда не будем. Соответственно, если была бы здесь большая куча, то навалило бы еще снега, и потом талая вода пошла в туалет. Все раскидал туда. Сегодня поставили нам куда-то кусочек забора с соседкой, этот кусочек доставили нам тут метров, наверное, 6, наверное. И теперь у нас полный полноценный забор до конца. Туалет чуть-чуть сел. Вот в этом месте усадку дало. Еле открыли дверь. Но это потом на следующий год перекручу петлю, если уже не будет открываться. Ну, вот такой красивый цвет, все высохло. Класс, нам нравится. Такой прям кайфовый туалет получился, прикольным цветом. Интересный такой тифани цвет. Здесь кусты у нас растут на следующий год. Опять они вырастут. Сухостой. Я его покашу, все отсюда повывожу, и здесь, скорее всего, я сделаю дренажную трубу, чтобы вся вода стекала, уходила туда, как раз тут уклон идет в тот угол, там поставлю дренажный колодец, чтобы туда вся вода уходила, и туда уже потом склон. Ну все, мы сейчас едем на наш второй участок, там посмотрим на наш забор, как он там стоит, поснимаем видео, вам покажем. Вот елки, которые я посрезал, уже темнеют. Ну и все, трава не особо, конечно, выросла, но выросла. Сейчас подкидал щебенки под забор, потому что она почему-то ее вымыла, щебенку, вода. На следующий год буду делать гребенку, чтобы там вода все уходила. Дренаж такой сделаю. И забор почему-то чуть-чуть наклонился вперед.
Вот если усматриваю, если, не знаю, по камере не будет видно, где-то на 5 сантиметров третий столб сюда ушел. Там подкидал щебенки, но это не критично. Ну, немножко ушел забор. Но так как мы его не бетонировали, а бетонировать в Москве никто этого не делает, так как воды или что-то, ну, как объяснили, потом эти, в общем, столбы вообще накренятся, все подваливаются. Все делают здесь так, выкапывают яму, убивают столб, закидывают щебенкой. В принципе, все. Все строители, никто вообще не берется за бетон. Вот так вот. Вот сегодня подкидал щебенки на всю длину забора. Сколько где там нужно было, везде подкидал. Вот как тогда подкрасил швеллер. Думаю, надолго его хватит, швеллера подкрашенного. Провод вот они тогда еще вывели, когда забор делали, чтобы поставить автоматику. Но тоже потом, в конце уже, когда все будет готово, тогда и сделаем. Так, в принципе, нормально. Тебе нравится, Кать? Холодно. Холодно? У тебя уже все губы посинели. Мне холодно. Ну все, вот мы сейчас туда вниз спустим. Так, ну что, это второй участок. А, сейчас я подкидаю сюда щебенки. Ну давай, подкидывай свою щебенку. Вот, заборчик наш. Сейчас по кругу пройдем, посмотрим, все ли нормально. Напротив участок никто ничего не делает. Целая тут березовая роща. Щебенки нам оставили пару мешочков. Участок, он вообще малюсенький. Ну, конечно, он выглядит малюсеньким. Но здесь чуть меньше 10 соток. Щебенку надо подкидать. Сейчас на столбы бело-красную такую светящуюся полоску. Просто если здесь травой зарастет, чтобы кто-то будет, если объезжать, вот здесь просто колея вот такая глубокая идет. Если кто-то будет объезжать так с правой стороны, чтобы они видели, что здесь столбы, хотя бы машины не врезались. Так, ну что, столбики мы проклеили. Теперь красота. Не хватает таблички, образцовый дом. Да. Ну, пока участок. Вот здесь будем выкапывать траншею, такую длинную. И там будем закладывать бетонную ливневку. И там уже в самом, на территории, в общем, нашего участка тоже самое. Чтобы вода стекала здесь. Потому что когда весна уходит, вода стоит, надо, чтобы она уходила. А сосед, видите, ничего не делает. Ну тут, скорее всего, перекупщики. Тут накупили участки. Никто ничего не косит, не убирает. У него уже там все в джунгли. Вот так вот. Садовод, машина аккуратно, кое-что прикупить для работы. Ну что ли, понятно, опять нам водители, столешница. Я все переживаю, хоть бы она при тормозе не вылетела нам в стекло. Раньше продавали синий под пластик, а сейчас деревянные идут с Китая. У меня на джуке вот точно такая же, с таким же покрытием. Они хорошие, они вот деревянные прям по тайпу. Причем моей джуке уже сколько лет? Лет, я не знаю, 18, наверное. И там у нас под завязку ножки. Машинки. Взяли свет под машину, такие шпульки. Шпульки специальные идут. Такие даже не продают, видите, какая она большая. Она есть, на пару миллиметров по диаметру больше, чем обычная. И да. Она не влазит в обычные школьные колпачки. А если бы, допустим, вы взяли на 1 миллиметр меньше бы, то она бы выпадала. В
чемноке. Она там не держится, да. В общем, приходится отдельно докупать.